Доброе всем утро. Рада вас видеть в Доме Божьем. Рада вас видеть, что вы выбрали проводить время сегодня утром здесь, сейчас с нами, чтобы прославлять Господа. Через первую песню мы будем вспоминать, что Иисус Христос воскрес, и Он жив. Слава Богу! Написано такие слова в Писании. Ангел сказал женщинам: «Не бойтесь, я знаю, что вы ищете распятого Иисуса. Его здесь нет, Он воскрес, как и говорил ранее. Подойдите и посмотрите на место, где Он лежал. Идите же скорее и скажите Его ученикам, что Он воскрес из мертвых и отправился прежде вас в Галилею». Слава Богу, потому что Он воскрес для нашего оправдания. Во Своем Господе. Спасибо за то, что Ты дал нам дыхание жизни, чтобы просыпаться в новом дне. Дал нам ноги, чтобы бежать в Твоем доме, чтобы поклониться Тебе. Спасибо Тебе за этот день, за то, что это Твой день. Спасибо, что мы достойны здесь стоять и прославлять Тебя. Пожалуйста, прими эти слова поклонения, эти слова молитвы, которые будут звучать сегодня. Прошу также работать в сердцах людей через Твое Слово. Прошу, будь со всеми, которые не смогли сегодня прийти, благословляй всех и нас также благословляй, чтобы проводить это время с пользой. Спасибо Тебе, молитва во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.
Псалмопевец Давид говорит такие слова. Бог царь над всей землей, пойте ему искусный псалом. Выше небес буду превознесен, над всей землей да будет слава Твоя. Будь превознесен, Боже, выше небес, над всей землей да будет слава Твоя. Эти слова повторяются минимум 3 раза, точь-в-точь из псалма. Прославим Господа. Да, cel viu te laudă, ca mine astăzi. Tatăl face cunoscută copiilor săi credincioșia lui. Slăvit să fie numele Domnului, să continuăm să lăudăm.
господа, пока что возможно. Слова еще из одной хвалебной песни Давида. Он сказал так: «Буду превозносить тебя, мой Бог и Царь, буду славить твое имя вечно. Каждый день я буду славить тебя и восхвалять твое имя. Велик Господь и достоин всякой хвалы, величие его непостижимо». Dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slavă pentru numele Lui. Aduceți darul și veniți înaintea Lui. Închinați-vă înaintea Domnului cu potabe sfinte. Tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului.
căci lumea este întărâtă și nu se clatină. Să se bucure cerurile și să se veselească pământul. Să se spună printre neamuri că Domnul împărățește. Amin. Să urle marea cu tot ce este în ea, câmpia să se veselească împreună cu tot ce este pe ea. Să chiuie copacii din pădure înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Amin. Yeah.